Ледовые переправы региона наращивают свою грузоподъемность. Так, грузоподъемность ледовой переправы через Пинигу в Ясном доведена до 40 тонн. Такое же ограничение сегодняшнего дня на переправе через реку Пёза в Мизенском районе. Центр управления движением Архангельск-Автодора сообщает, что до 25 тонн доведена грузоподъемность ледовых переправ через реку Онега в деревне Афанасовская, а на переправе через Мизень в районе Кимжи и на автодороге Чаща-Уфтюга действует ограничение до 15 тонн.